Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World и в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табор. Привет, Юр! Здравия желаю! Всем. Майор КГБ, пониженный до полковника общевойскового, Сергей Жирнов из Парижа. Барин! Из Парижа! Привет. Привет, друзья. Сейчас мы с тобой еще разберемся, как с тобой так гнусно поступили. И старший лейтенант Пиджак из ненавистного Израиля, Юрий Гимельфарб, привет мне. Но я напоминаю, что мы тайное общество полковников и лейтенантов в оппозиции топило, и мы три мозга этого правительства, и мы решаем очень серьезные вопросы. И вот вначале давай, Сережа, мы с тобой разберемся. Как с тобой так гнусно поступили? Не, подожди, я не понял, подожди. Это лейтенант Пиджак, вы что, Беленов объелись вообще? Я не понял. У вас что в Израиле там? Белая горячка? А я за что? Насколько мне известно. Вы что? Вы подожди. Закройте рот, лейтенант. Рот закрой. Я... Это что же получается, что вы творите в наше топило? Значит, полковника МВД вы поменяли на так майора. Так его понизили до общевойскового полковника. Я знаю, что лейтенант КГБ, он соответствовал майору общевойсковому. Следовательно, майор КГБ должен соответствовать генерал-майору общевойсковому. Сереж, за что так с тобой гнусно поступили? Что ты меня путаешь? Да. Ты что меня путаешь? Вы что меня путаете? Два не делится. Гарри, это было, были такие звания в НКВД. Майор НКВД – это генерал-майор в армии. Но Юрий правильно сказал, потому что я тебе расскажу анекдот. У меня анекдот произошел с российскими вооруженными силами. То есть представьте, ребята, у меня 20 лет статус беженца во Франции. Статус беженца, да? То есть, в общем, все эти самые российские администраторы меня рассматривают как предателя. И в 2019 году я разговариваю... Нас по тоже. Ну, с Гимельфарбом. Гимельфарб тоже же беженец. Меньше. Вот, 19 я беженец в Майами. Я же с Филадельфии. Я разговариваю своим с папой. И папа мне говорит, тебя вызывают в военкомат. Я говорю, папа, какой военкомат? Во-первых, я 20 лет уже во Франции живу, какой в жопу военкомат? Он говорит, повестка пришла. Я говорю, ну ладно, сходи по повестке, узнай, что они хотят там эти самые. Папа пошел в мой военкомат, ничего не узнал, но ему было 90 лет, поэтому от него добиться того, что ему там рассказали, они ему заморочили, короче, голову. Короче, я зашел на сайт Министерства обороны и завел там себе личный кабинет военнослужащего, как да. полагается. И написал писулю министру обороны. Написал ему, дорогой министр обороны, в соответствии с моим воинским званием майора, я находился в запасе до возраста 55 лет. И уже как 3 года больше не хочу с вами играть ни в какие игрушки. Я даже не стал говорить, что я там этот самый, как называется, беженец во Франции. Я им просто по закону сказал, в 55 лет, все, замечательно, отставка со званием майора. Все это дело крутилось, через 3 месяца я получаю через этот личный кабинет военнослужащего ответ за подписью генерал-майора Щепилова Виктора Алексеевича, начальника военного комиссара города Москвы. Гарри, понял, да? Осисяй. Лично военный комиссар города Москвы, значит, присылает мне цедулю, в котором он говорит, Сергей Олегович, ты из наших лап цепких не выберешься никогда. Кто это тебе сказал, что в 55 лет мы тебя отпустим куда-то гулять? Ты у нас старший офицер, мы тебя перевели в запас второго разряда, я был в первом разряде, и ты в этом втором разряде в запасе будешь находиться до...
А теперь слушайте, ребята. Я взял закон о воинской обязанности. Российский закон о воинской обязанности. Посмотрел. И там какая-то там 53-я или 55-я статья, там дают табличку. И в этой табличке старшие офицеры второго разряда запаса возраста 65 лет, это соответствует званию полковника. Так что, милый Гарри Табах, Юрий Табах, меня, блин, лично военный комиссар города Москвы, меня, шпиона, гада и сволочи вообще, предателя Родины, произвел в полковнике запаса. Вот так. Так что у меня все законные права теперь с вами, ребята, бухать и выходить в эфиры в этой передаче «Два полковника» и «Лейтенант Пипер». Логично. Вот. Меня чуть-чуть вырвало во внутрь, надо было запить. Меня тоже. Слушай, Гимельфар, ты, и вот я даже не знаю, что ты в следующий раз можешь натворить. Дуна. Сейчас еще приведешь нам этого самого большого генерала, самого лучшего разведчика мира, Яшу Кету. Да, а он генерал? Он говорит, что он генерал. Правда, я не знаю, с каких пор в нативе воинские звания стали выдавать. Для меня это тоже новость. Правда, он говорит, что он в Моссаде. Потому что натив же получал бабки от Моссада. Ну, понятное дело, в нативе были все русские. Понятное дело, что они бабки скоммуниздят там. Все равно это не... Поэтому Моссаду надо было над ними сидеть, знаешь, смотреть четко, потому что там-то пацаны серьезные. Но Кедми решил, что он все-таки Моссад, и что он генерал. Ну, так он генерал в Моссаде и генерал в ФСБ тогда одновременно. А вот ты, Сережа, забей там вот в этот личный кабинет только от Кедми. Кедми, какого звания? Кстати, Швыца тоже туда. Ну, сейчас мы их всех узнаем, какого они звания. Да, конечно, узнаем. Да не то слово, ребят. А то они нам. Мы же все-таки мозга. Да. Мозга. Конечно, вот конечно. И с мозгами мы сейчас будем разбираться. Юра, теперь к тебе вопрос. Интересуюсь, неужели в американщине закрыты все сумасшедшие дома? Вопрос не праздный. Белый дом открыт. Дело в следующем, что есть такой замечательный человек у вас в Америке, Эван Ньюман. И вот этот прелестный молодой человек, он... будучи участником штурма Капитолия, вначале сбежал за границу, он уроженец Калифорнии, в Италию, потом в Швейцарию, потом в Германию, потом в Польшу, потом в Украину, где обнаружил, что за ним следит СБУ, Служба безопасности Украины, и попросил политическое убежище не где-нибудь, а в Белоруссии. Юра, что мест в американских сумасшедших домах уже нет? Ну, я тебе скажу словами, раз в Белоруссии попросил, отвечу тебе словами батьки. Чисто по-человечески. Чисто по-человечески повсюду. А это раструбили, это на Deutsche Welle показали. Это и на белорусском телевидении показали. Да, его показали, Эвана Ньюмана. А до этого он позировал в Капитолии в костюме с рогами. Я его помню. Вот, так, а я за что? Так Путин приютил еще и Джеффа Монсона, который произносил клятву «Роска Федероска». Но вообще, ребят, вы знаете, судя по тому пути, по которому он прошел до Белоруссии, я вот сейчас как шпион шпионом, я вам скажу, у меня вспоминается исторический Ли Харви Освальд. Вы помните такого Ли Харви Освальда? Который якобы дострелил. А перед этим он полтора года жил в Белоруссии под этим самым, под присмотром КГБ.
Да, и чем это закончилось? Закончилось убийством Кеннеди, которое ему приписали. Вот я так думаю, что ваш этот парень с рогами, он тоже вернется и грохнут у вас американского президента какого-нибудь. И ему припишут. Вот смотрите, зуб даю. Я вообще не понимаю, почему он попросил политическое убежище в Беларуси. Там холодно, там только картошка. Ему надо было просить политическое убежище в Мьянме. Там тепло и там бананья. Он бы залез на пальму. Да. И кроме... Почему я не прав? У него бы кроме рогов отрос бы еще и хвост. А, кстати, Сноуден-то тоже получил убежище у Путина. Юр, вот вас вас в свое время не удивило это, что он сбежал? Он просил, кстати, ни одна западная, страна ему не дала запад. Хотя он всем сказал, что АНБ вас подслушивает. Он сказал, Меркель подслушает, Саркози подслушивает. Ему все сказали, хрен мы тебе дадим ни гражданство, ни убежище. Конечно, не подслушает. У нас просто аппаратуры уже больше нету, вся заржавела. Да, господа. Конечно, очутился у Путина. Конечно. Да. Ну вот это как у батьки, да, вот. А кстати, батьку по этому поводу теперь можно поймать, потому что ему можно сказать теперь, а вот чего ты этих тогда мигрантов выпихиваешь в Польшу и в Литву, ты им давай у себя убежище. Вот зачем, вот ребята логично. Зачем это сделали. Но теперь вот мы меняем сделали. Поговорку. Если раньше говорили, летят как мухи на говно, то теперь наоборот. Да. Говно летит на... мух. Да, да, но иногда оно кое у кого отключается. Дело в том, что недавно был взломан сайт, российский сайт госуслуг. Там есть такой робот-помощник Макс, и он, отвечая на вопрос о получении QR-кода о вакцинации, сообщил, что коронавируса не существует, а QR-коды – часть планов мирового правительства. Вот что отвечает Макс. Цитата. «Вас развели, никаким коронавирусом вы не болели. Факт существования этой болезни, в кавычках, никем не доказан. Коронавируса не существует. Что касается QR-кодов, они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам. Если вы не поддерживаете эти планы, обойдитесь без QR-кода». Замечательно, но я так понимаю, что у хакеров тоже есть чувство юмора. Офигительно, офигительно. Не, мы этого не говорили. Это хакеры. Да, конечно, против этого. Этот робот, он не из нашей компании. Он не наш. Знаешь, это как, знаешь, это старый анекдот. Знаешь, старый анекдот. Звонит еврей в КГБ старый, говорит, алло, здравствуйте. Они говорят, здравствуйте. Что тебе надо, рожа? Сам понимаешь, же какая. Он говорит, а я вам звоню спросить, к вам мой попугай случайно не залетал? Они говорят, случайно залетел. Он говорит, так вот я вам звоню, чтобы вам сообщить, что я с его политическим взглядом абсолютно не согласен. Подожди, а у нас же был робот Федор когда-то. С этим роботом он сволочь. Да, с роботами тут вообще. Рогозин вон робота Федора запускал на МКС, в результате чего потом там произошла пидерсия в виде утечки воздуха и так далее. Я, откровенно говоря, возмущен именем, которое дали на этом госсайте роботу. Макс. Это вообще это диверсия идеологическая. Он должен был... Федор это нормальное, да? Иван он должен был. Какой он в жопу Макс? Ребята, вы чего? На сайте... Может, он Карл Макс. На сайте госуслуг робот Макс. Это вообще первая... Это диверсия. А у меня, кстати, есть версия по поводу этого робота. Откуда? Знаете, откуда он взялся? Это откуда? Когда Путин закрыл Ревел,
то Ревел весь перетек на сайт госуслуг. Это ребята из, и хакеры из mm-hmm. компании Ревел. Вот откуда они сидят. Логично. Вот эта версия. Скажите, что неправильно. Гарри, скажи, что... Подождите, товарищ майор полковник, что вы меня это тут... Что такое это хакерская группировка кремлевская. Про которую Байден жаловался Путину в июне в Женеве. Поплакал ему на плечо, и она исчезла вдруг куда-то, немедленно исчезла. И, кстати, ЦРУшник, который не приезжал к Путину, он тоже там про эту группу ему говорил. Засветили. Этот робот... Ну да, робот-предатель. Предал. Согласен полностью. Предатель. То есть, в общем, это диверсия, конечно, это идеологическая диверсия, и все, конечно, во всем американцы виноваты, ясен перец. Ясно, то есть, кроме евреев, виноваты еще и американцы. Тут спорить никто-нибудь. Не, ну, когда они говорят, понимаешь, ты просто с КГБ недавно, сейчас я вижу, стал дружить, но когда они говорят американцы, они подразумевают евреи, когда они говорят евреи, они подразумевают американцы. Мы все заодно. Но, братцы мои, вот насчет идеологической диверсии, тут я согласен. Тут недавно была идеологическая диверсия против Владимира Вольфовича Жириновского. А дело в следующем. Да. Сейчас расскажу всю правду. Дело в том, что Владимир Вольфович Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» журналиста Рената Давлетгильдеева из-за рассказа о сексуальных домогательствах. Поводом послужил такой рассказ в марте 2018 года журналиста Руслана Давлетгильдеева телеканалу «Дождь». Цитата. Это Давлетгильдеев рассказал. «Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарика в гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР. А сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном». Конец цитаты. Вот, господа мозги. Я считаю, что правильно Жириновский подал в суд, потому что это оскорбление Владимира Вольфовича. Вот если бы он написал, что лапал за жопу так, что диктофон улетел на 5 метров, вот это было бы нормально. Но это так принижение его силы. Вот я считаю правильно. Надо подавать в суд. Надо. Обязательно. Выскажите вашу точку зрения. Я вот сразу так это визуально себе представил. А сколько лет Жириновскому? Подожди, что он еще активный? Ну, судя по тому, что он за жопу лапал, он активный. Ну, а вот мне вот нравится, что есть кооперативная сауна в партии ЛДПР. Вот я себе представляю. У нас там, допустим, в демократической партии тоже будет кооперативная сауна. Капитолий где-нибудь там. И Пелоси за жопу хватает покойного Маккейна в сауне. Вот это была бы картина. А если покойный Маккейн схватит за то, что ты сказал, Нэнси Пелоси, тогда что будет? Не, это тогда это... Это нельзя. Я приношу извинения. Это харассмент. Тогда я думаю, что... Гарри, как это нельзя? У тебя твой Трамп рассказывал про пуси с девочками. Не помнишь? Это же когда, там, 10 лет тому назад, это он в... Как, якобы, это же не он рассказывал. Это говорят, что он рассказывал. Нет, аудиозапись опубликовали. Ну, аудиозапись. Вы же КГБ аудиозапись. Я могу аудиозапись. У нас в судах аудиозаписи не канают. Но он 10 лет тому назад в раздевалке это сказал, понимаешь? Это он в раздевалке говорят, что он сказал, что он может схватить за это место любую женщину, потому что он богатый. Да. Я помню, как возмущался этому Маккейн покойный. Маккейн так возмущался, как он 10 лет в мужской раздевалке такое сказать. Маккейн, который был летчиком,
на авианосце, такого никогда в жизни не слышал. Сам такого никогда не говорил. Вы когда-нибудь слышали, как летчики разговаривают, особенно истребители? Да-да, как вот у нас на стройке, помнишь этот анекдот, да? Вот это самое. Да. Вася, на... Вот ты не прав, да. Да, батарею на ногу уронил, да, Вася, но ты не прав. Да. Падла, да. Алибабаевич, Василий Алибабаевич. Да, Василий Алибабаевич. Во-во-во. Да. Это, я тебе хочу сказать, что если Маккейн бы это сделал в кооперативной сауне Пелоси, я думаю, наверное, он бы лучше бы от пыток во Вьетнаме в военнопленном бы умер бы. Я думаю, что он бы избрал это лучше. Ну да. Чем или... в сауне с Пелоси быть. Почему? Сразу пошла... Ну, я не знаю, как он бы поступил, но я бы лучше так уже. Сразу пошла волна Me Too. Да. Это точно. Ой, не надо, все, я не могу. У меня это визуально, я человек мнительный. Я это как представлю, у меня... Кстати, этот мальчик, почему молчал он 12 лет? Да не 12, он 3 года молчал. Так он 3 года назад это опубликовал. А Жириновский, он эрегировал 3 года. То есть, наконец-то, эрекция произошла, и он подал в суд. Все логично. Нет, там мальчик это, он на самом деле все дело произошло там, в 2006 году, а он рассказал об этом в 2018, то есть 12 лет спустя. А Жириновский всего 3 года ждал. Ему надо было 12 лет снова ждать, прежде чем подать в суд. А он аж через 3 года подал. То есть у него все нормально. У него еще Альцгеймера еще у него нету. Нифига себе у них этот брачный период, как это, когда птицы там ходят вокруг павлины, у них есть этот период брачный, там месяц там или сколько они там обхаживают. Кстати, ребят, о, классно, Гарри, замечательно. Вы знаете, что было в 2014 году в ЛДПР? В 2014 году Жириновский дал интервью и сказал, что он запретил в своей партии секс, только раз в квартал нужно. Он сказал, нужно сексом заниматься раз в квартал, и то по согласию. 3-4 раза в год это вполне достаточно. То есть вот ты, Гарри, упал... Подожди, только сейчас я жену спрошу. Ты что, в ЛДПР вступила, что ли? Да. Раз в квартал. На самом деле с ним таких вариантов, то есть я удивляюсь, что там не каждый месяц про него кто-то что-то рассказывает. Потому что он же сам рассказал, как он там, у него первый опыт был, когда там мальчик его заставил анонировать вместе. То есть у Жириновского, ребята, прогуглите, если вот там Жириновский секс, это вам будет на 2 месяца вперед ответов, то из гугла читать. Майор полковник, вот я сейчас все брошу и пойду читать, что Жириновский там писал. Я лучше уже тогда Яшеньки. А какая разница? Почитаю. Или Швеца послушаю. Ну, тоже логично. Но если уж мы говорим... Мы нормальных людей можем... Хорошо, решать мировые проблемы. Жириновский — это слишком мелкая рыбля. Давай глобальная. Глобальная. Так вот, оказывается, господа, что сотрудникам Международного информационного агентства «Россия сегодня» запретили называть «Талибан» запрещенной в России организацией. То есть, иными словами, теперь им надо писать: организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Нифига себе, это же надо запомнить, что каждый раз говорить, что Талибан, организация запрещенная ООН за террористическую деятельность. Это уже полэфира прошло. В общем, да. Ну, то есть теперь я так понимаю, вот мы же мозги мирового правительства, мы обсуждаем мировые проблемы, и получается, что Россия крепко закорешилась с Талибаном, и теперь исключена.
Ну, не крепче нас, мы-то их вооружили. Но это еще во время Афганской войны. Мы первые с ними закорешились. А потом раскорешились. Как раскорешились? Мы их вооружили, оставили им бабок до хрена. Нормально мы с ними закорешились. Это я согласен, потому что вы с ними закорешились даже еще тогда, когда Бен Ладен был. Тогда, когда мы в Афганистан вошли, Советский Союз. Вот тогда вы уже закорешились с Талибаном. Это был предшественник Талибана, Муджахедин. Все, тут, как тебе сказать, тут да, есть небольшая беременность, есть в этом. Небольшая беременность с нашей стороны, но Россия тоже вот так вот. Теперь это, значит, союзники. Что, все, теперь дружим. Да. Ребят, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, что с вами сегодня были капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табак. Майор-полковник КГБ и, точнее, майор КГБ и полковник общевойсковой Сергей Жирнов. И старший лейтенант Пиджак из ненавистного Израиля Юрий Гиммельфорд. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Мирошворд и до встречи через неделю. Пока!